Парный прогон. Ну а теперь немножко футуризма. Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить обокровавленный сердце лоскут. Досыта издеваюсь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса, старческой нежности нет в ней. Мир огромив мощью голоса, иду красивый 22-летний нежный. Вы любовь на скрипке ложите, любовь на литавры ложит грубый. Себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы. Приходите учиться, из гостиной батистовая, чинная чиновница ангельской лиги, и которая губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги. Хотите, буду от мяса бешеный, и как небо меняет она. Хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах. Не верю, что есть цветочная Ницца, мной опять словословится мужчина, залеженный как больница, и женщина, истрепанная как пословица. Аллилуйя! Тот будет искать запах крови, братва, с берегов Волги. Найдет фраера даже в Ростове, цивилизованный рынок. Пьяный джокер с милой улыбкой, да исторический инок. Считал обзор со смертельной ошибкой. Галактика скоро лопнет, оконы непокорно. Адам Космодом разрушит нашу форму. Галактика отжирает душонки и проглотит землю и наши с тобой душонки. С волшебным секретом, как запекать свиные уши, хочешь быть сытым поэтом. Твой отчизну и будешь кушать, сколько выпьешь бензина сзади. Радуйся, мальчик, дебилам скидки, даже сухой трухлявый пень считает людей смертельной ошибкой. Галактика скоро лопнет, огромный и попкорна. Адам Космодом расплющит нашу форму. Галактика скоро треснет, отжирает душонки и проглотит землю и наши с тобой душонки. Грация, Павла Моса! Бой по боре, Канта Моса! We'll be right back.
улучшив нашу форму. Гадко скоро треснет от жира и тушенки, и проглотит землю, и наши с тобой душонки. Помните ли вы свой первый поцелуй? Помните ли вы свой первый поцелуй так, как запомнил его я? Мне был уже тридцатник. Я хранил свою честь, свой внутренний мир. И вот настал момент, когда я решил попробовать это. Она была дворничихой. Ее звали Лариса. Но она была из хорошей, интеллигентной профессорской семьи. Мы долго играли в снежки, катались на санках. Потом я почувствовал, что я сильно промок, и мне очень-очень захотелось ее поцеловать. Я решил пригласить ее к себе домой, чтобы познакомить со своей мамой и со своей собачкой-зомбиком. Я сказал, пойдем ко мне, посидим, попьем чайку. Она согласилась, я понимал, что если она понравится моей маме, то мы неплохо сможем провести Новый год. На удачу мама была дома, но спала в шкафу. Мы пошли на кухню, заперлись. И она сказала, Володя, я хочу тебе кое-что показать. Я сказал, давай, конечно, показывай. И она обнажила свою спину. И то, что я увидел на ее спине, повергло меня в шок. Это была выколотая, точная, голографическая татуировка. Выступление Филиппа Киркорова на Евровидении 85-го года. Она была, эта татуировка, настолько реалистичной, что мне захотелось потрогать Филиппа. Я стал гладить его по голове и даже случайно дернул за ушко. И тогда Филипп сказал одно слово. Он сказал самое слово, самое важное слово в моей жизни. Он сказал «Мама». И я понял, пора будить маму. Я показал маме эту спину, она изумилась и сказала, Володенька, а давай-ка мы возьмем ножичек, вырежем эту татуировочку, возьмем в рамку и повесим на кухне. Мы так и сделали. Дорогие друзья, какие бы дороги вы ни выбирали в своей жизни, какое бы золото ни падало на ваши кудряшки, самым важным другом в вашей жизни остается ваша мама. Этот урок – это самый главный урок, который я извлек из своей жизни. И вот, посмотрите, чего я добился. Я стою здесь, на этой сцене, и учу вас уму-разуму! Ветками идут, и как пары, и тяну. Снов путуют на домах, гнезды парочки бузлов. И пяют для всех дарма, чередана и мой дом. Это мой чувствованный мир, это мой вольный шляг. И на цитатене в капель, и на мой мир твоих глазна. Ятер Арафат, рядом с ним пьяненький буш. Я не пью, на бруде шаг, скалибатал смачный пуш. Заблядая чеки пей, бабельки у бороду. И спевая ариэль, про магнолию в саду. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях. Я мой на твоих устах. Это мой дурацкий жест. Это мой натурный знак. Это мой психологический сенс. Я мой на твоих устах. Год, 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 год.
Еще немножечко футуризма, но понял, что здесь это не прокатит. Поэтому, завершая сегодняшний вечер, мне пришла в голову одна интересная мысль, одна веселая истина. Только прожив долгую и веселую жизнь, понимаешь, какими чудовищными уродами были те, кого мы так страстно любили. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я земле, друга и подругу я никогда не забуду, если с ней повстречался в Москве, в клубе Б2, в программе «Парный прогул». Аллилуйя! This is my manifest.
дождь полил сухие грядки, солнцу потянулись ветки. Что за стив, какая сила? Почему дурак в Парнасе? Франкенштейна из могилы заценили в Гондурасе. Ooh, yeah, beautiful smile. Ooh, yeah, golden boy style. Forward! Дикий запад, Ближний Восток. Тебе запад, Тревожный Восток. Золотая антилопа под моей звездной жопой бьет копытом денежки курёт. Чартер, я как медик на плакате. MTV, победа в чартах. Я хедлайнер, я в формате. Новый Будда для малышки. Я в натуре Заратустра. Напишу для вас на книжку. Рок, наркотики, искусство. Ooh, yeah, beautiful smile. Ooh, yeah, golden boy style. Дикий запад, Ближний Восток. Тебе запад, сегодня восток. Золотая антилопа под моей звездной жопой лёд копытом денежки курёт. Ближний Восток. Где не запад, приводит восторг. Золотая антилопа под моей звездной жопой бьет копытом денежки и курет. Бьет копытом денежки и курет. Бьет копытом денежки и курет. Раздал пропал.
Девочки, давайте поживее. Девочки, устали, хочется спать. Яркие фонарики перегорели. Цвета музыка, хватит мигать. Шнурочек, шнурочку, колоночки, колонка. Выключи микрофончик, звукорежиссер. Мы так хохотали, весело и громко. Холидей закончен, вызывай мотор. Все, ребята, харе, отработали лавы. Все, ребята, харе, отработали лавы. Сегодня было пати, мордами в салате. На столе уснула рыжая герла. А на полу окурки, следы от штукатурки. Охранники помяли какого-то козла. Все, ребята, в норме, отработали лавы. Все, ребята, в норме, отработали лавы. Вы нас простите, если что не так. Мы так старались, очень волновались. Мы верим, было четко, было все ништяк. Все, ребята, харе, отработали лавы. Все, ребята, харе, отработали лавы. Спасибо, друзья! До следующих встреч! Спасибо большое! До свидания! Иван Ляпис Рубецко и Владимир Апифанцев! Парный прогон. Дорогие друзья, с вами была программа «Парный прогон». В гостях у нас были Владимир Епифанцев и группа «Ляпис Трубецкой». И еще раз хочется выразить огромную благодарность компании Sony Ericsson за помощь в съемках нашей программы и вот этот великолепный телефон W395. Правильно? Умница, Мишенька. Ведь можешь, когда захочешь. Делает все настоящее. Чистый звук пробуждает к жизни. С новым W980 и другими телефонами Sony Ericsson Walkman.